Самоизоляция за время первой волны пандемии познакомила многих людей с вынужденным одиночеством. Свой взгляд на это явление оставил нижегородский художник Иван Серый на одной из стен города. А точнее, в одной из стен. Арт-объект представляет из себя миниатюру обычной жилой комнаты. В фокусе стопка пустых коробок пиццы, телевизор, ноутбук и грустный человек в домашней одежде и в гордом одиночестве. Работа, наверное, про тенденцию какую-то общую, наверное, мировую для более-менее развитых стран, где по большей мере у молодых людей появляется такая наклонность к тому, чтобы все чаще оставаться дома, не работать, не иметь социальных связей, быть одинокими. Работа про такой вот вид одиночества, осознанный, но при этом чаще всего подкрепленным каким-то ментальным расстройством. Тенденция ограничивать себя от социальных связей появилась задолго до пандемии. В Японии, например, существуют так называемые хикикомори. Это люди, главной чертой которых является добровольный отказ от социальных связей и заточение себя дома. Министерство здравоохранения Японии дает свое определение этим людям. Это люди, которые отказываются покидать родительский дом и изолируют себя от общества и семьи в отдельной комнате более 6 месяцев. Известны случаи, когда некоторые хики не выходили из комнаты десятками лет. И само определение предложил психолог Тамаки Сайто. Работа нижегородского художника не о столь радикальных затворниках. Она скорее о том, как люди перестали ценить личное общение и радости жизни без ковид-ограничений. Люди начали ценить людей очень сильно. То есть раньше это было так, ну, подумаешь встречи, подумаешь природа, подумаешь воздух свежий. А сейчас это настолько ценно, настолько это в дефиците, что ценишь каждый момент, проведенный с близкими. Иван Серый занимается уличным искусством более 10 лет. Начинал, как многие, с классического граффити. В данный момент работает с разными формами и экспериментирует со стилями в создании персонажей, скульптурных инсталляций. Такие миниатюры стали его визитной карточкой. Найти и посмотреть своим взглядом арт-работу «Самоизоляция» можно по адресу улица Пожарского, 10/7 в Арке.